Вашингтон и движение «Талибан» договорились о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса. Соглашение в столице Катара, Дохи, подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера талибов Мулла Абдул Гани Барадар. В опубликованном совместном заявлении говорится, что войска коалиции во главе США покинут Афганистан в течение 14 месяцев при условии неукоснительного выполнения движением «Талибан» достигнутых договоренностей. За подписанием документа следили наблюдатели из порядка 30 стран, в том числе из России. Афганский народ ужасно страдал все последние 4 десятилетия. И я надеюсь, что с выводом американских войск из Афганистана под исламским правлением афганский народ вздохнет с облегчением и начнет двигаться к новой жизни и процветанию, сказал после подписания документа Абдул Гани. А приехавший также в Доху госсекретарь США Майк Помпео добавил: соглашение между США и движением «Талибан» создает условия для того, чтобы афганцы это сделали. По нашему мнению, вот какие шаги со стороны талибов сделают это соглашение успешным. Сдержите свое обещание порвать все связи с Аль-Каидой и другими террористами, а также продолжайте бороться против ИГИЛ. Соглашение предполагает соблюдение устойчивого перемирия и начало переговоров талибов с правительством Афганистана. США со своей стороны обязались снять санкции с талибов к августу нынешнего года, а в ближайшие 135 дней сократить численность своего контингента в Афганистане с 12-13 тысяч до 8600 человек.